12 гектаров леса очистят в районе Белокурихи за счет курортного сбора. Работы планируют полностью завершить в течение месяца. Чтобы расчистить 9 участков лесного массива, администрация Белокурихи задействовала 30 человек. Им предстоит убрать валежник, удалить мертвые деревья и кустарники. По словам тех, кто руководит уборкой, это не навредит экосистеме леса, так как сами корневища вырубленных деревьев не планируют тревожить. Мы не трогаем абсолютно те основные деревья, которые у нас здесь произрастают. Это береза, сосна, рябина, если в хорошем состоянии. А вот как раз клен, тот валежник, который уже образовался, да, мы давно уже не занимались этими моментами. Горы у нас подзатянулись, да, вид уже не совсем приглядный, так скажем, становится. Кстати, подобные работы проводят раз в 3 года. Сейчас на эти нужды и средств, собранных с курортного сбора, выделили около 2,5 миллионов рублей. Напомним, всего за 4 месяца курортный сбор в Белокурихе составил 3 миллиона.